Здравствуйте. С вами снова Андрей, мы продолжаем играть в Wasteland 2. Ну и что, попробуем пройти немножко дальше, в Домонте. Длинное двухэтажное здание мотеля, расположенное в задней части парковки. Покоробленные стены мотеля покрывает шелушащаяся синяя и белая краска. У входа висит рыжая вывеска в виде истребителя. На парковке лежит труп в ковбойской шляпе. Вокруг него куча выведенных в строй роботов. В каждой руке у трупов пистолета. Так, это где? А где? Окей, подождите, а где труп? То есть трупов тут хватает? Эй, смотрите, опять ковбои. Ура, кияй! О боже, что случилось? Вы узнаете этот труп? Это Хоуди, угрюмый ковбой, охранявший скот Джилл. Похоже, что он стоял насмерть. Если Хоуди здесь, где же тогда Джилл и Док? Окей. Спрятались в здании? Может быть. Сортир какой-то. Даже залутить его нельзя, что ни фигня. Так. Так, все-таки здесь точно ли мы все осмотрели? То есть никуда сюда нельзя. А, вот сюда можно. Ничего сюда не стоит. Вот, это магазин, точно. Кто там? Если это роботы, то у нас еще есть порох в пороховницах. Это пустынные рейнджеры. Рейнджеры, аллилуйя, Бартоломью. Ага. Окей. Так. Клянусь, рейнджеры, каждый раз, когда мы видимся, у нас гора проблем. Мне так неловко. Что беспокоит вас в последнее время? А вообще так самому догадаться нельзя? Я должна была догадаться, что здесь что-то не так, когда мы только пришли сюда. Это место походило на город-призрак. А потом ни с того ни с сего роботы все заполонили. Я боюсь, что Хоуди пожертвовал собой, чтобы у нас появилась возможность спрятаться. Но даже это не помогло. Огромный долбанный робот ворвался сюда до того, как нам удалось закрыть дверь и убил двух моих ребят, прежде чем мы его уложили. Мне тоже здорово досталось. Слава богу, Док на этот раз не пострадал. А помимо всего прочего, мы еще и скот потеряли, оставшись без средств к существованию. Откуда появились эти роботы? Кладбище самолетов. Мы раньше выбирались туда на пикник и любовались всеми этими самолетами по дороге в город. Больше они не лежат. Не знаю, из-за чего все началось, но отовсюду слышались крики и выстрелы. Похоже, самолеты жаждут мести. What the f... Жаль, что Хоуди погиб. Я знаю, что он был вульгарным типом. Он был таким верным и храбрым ковбоем. Таким, простите, что-то в глаз попало. Я буду по нему скучать. Что случилось со скотом? Стадо разбежалось, когда на город напали роботы, а без него нам конец. Честно говоря, я не думаю, что вы еще раз вызоветесь нам помочь. Нам надо вернуть стадо, чтобы продать коров где-то еще. Док и я с заданием не справимся. А Барт — это слишком опасное задание для одного человека. Если бы вы могли взять его с собой и поискать стадо, я была бы вам очень признательна. Он смог бы сам найти стадо, но весь город кишит роботами.
Не хочу, чтобы на моей совести осталась смерть еще одного человека. Так, искать с Бартом, искать без Барта, не ручаемся за Барта. Та-та-та-та-та. Не ручаемся за Барта. Так. Если мы найдем стадо, обязательно дадим тебе знать, но ничего не обещаем. Если ты хочешь, чтобы Барт пошел с нами, мы его возьмем. Помощник не повредит. Помощник никогда не помешает. Понимаете, в чем проблема? Если бы я был уверен, что здесь больше нет шинковок, да, я бы согласился, потому что обычных роботов мы перебьем. А вот так и сделаем, пусть Барт идет с нами, сможет привести коров сюда, как только вы найдете стадо. Доктор Макоули, здорово, рейнджер, еще раз спасибо, что выручили нас в каньоне. У нас есть какие припасы на продажу, если вам интересно. А нам, похоже, скоро понадобится металлолом. Вы уже говорили с Джилл? Нам бы помощь не помешала. Что есть на продажу? В основном медикаменты. Окей. Улучшенная аптечка. Так. Хотел бы с ним расплатиться как бы в ноль. Окей. Этот товарищ с ними разговаривать не будет, очевидно. Так, этот товарищ с нами идет? Ага, идет. Вот. Ладно. Пошли. Ну, на стадо я не натыкался пока что. Я все-таки рассчитывал, что... О! Рыбачевский.
А, вот он где. Прикольно. Слушайте, не, ну, что в этой игре мне понравилось, то, что очевидно, то, что наши действия влияют на то, что происходит дальше. То есть, Бачевски мы отпустили, вот он здесь. Его уродливое лицо вам знакомо. Это Ред, он торгует металлолом у здания тюрьмы. Боже, как я рад вас видеть. Я пришел сюда спасать от кучки роботов. Но они зашли в самолет вслед за мной. Забаррикадировался, но они все равно не уходят. Вы не могли меня выручить? Отлично, в хвостовой части самолета есть дверь. Она охраняется, но если вам удастся пробиться, вас ждет достойная награда. А где хвостовая часть самолета? С другой стороны, что ли? Так, давайте обойдем. Это вообще похоже на нос больше. Ну что, твари? Деньги. Мы уже убили охрану, что ли? Ну и чё? А, или в самом самолете? Да, в самом самолете. Вали, козло! Ой! Какой-то... А, это таких мы уже видели, это называется молотилка. Окей! Так. Минус один. Так, Ральф у нас чё? Пядечка. Насколько нужен этот самый ремонт остров? Большой вопрос. Ничего полезного. Рейнджер, это вы? Подождите, сейчас я открою дверь. Спасибо, Рейнджер, я уже думал, мне конец. Итак, вот в чем суть. Я пришел сюда, чтобы осмотреть кладбище с высоты птичьего полета. Я кое-что ищу. Еще? Может быть, кое-что ищу? Отсюда этого места не видно, но я точно знаю, что оно где-то на кладбище. Один старый мусорщик сказал мне, что здесь спрятан клад. Мне нужно лишь найти самолет с надписью «Грузовые... авиаперевозка Сьерра Мадре на борту». Клад в том самолете. Это не отсылка ли случаем? Нет? Не Вегаса. Ну окей. Я собирался поискать клад самостоятельно, но теперь, когда здесь повсюду роботы, охочущиеся на людей, мне не мешала бы огневая поддержка. Что скажете? Давайте объединимся и поделим клад. Как вам мое предложение? Давайте. Отлично, тогда вперед. Путь предстоит не близкий. Так все сложно.
Ну, собственно, два лишних ствола нам совершенно не помешают. Тем более, что у нас есть даже еще одна вакансия в парке. Надо бы ее заполнить, было бы сходить. Так, а что тут? О! Вот она, родная радиовышка. Какой подлец на троих роботов и людей. Окей. Что, он сдох? Окей. Блин. Кривошарый. Что за? Один из роботов научился пользоваться домофоном? Нет, я вас не впущу, ни за что на свете. Пока не услышу слово «привет», произнесенное человеческим голосом, я эту дверь не открою. Алло, погодите-ка. Это прозвучало очень правдоподобно. Кто там? Роботы? Это пустынные рейнджеры, мы пришли помочь. Рейнджеры, зачем вы забрались так далеко на восток? Хотя какая нахер разница? Если это вы перебили тех роботов, то отныне вы у меня лучшие друзья. Выходите, заходите. А что вы знаете о роботах? Я сказал, заходите. Кто это? Волеоборотень. О! Так это тот самый диджей. Этот парень и вправду похож на оборотня. У него длинные седые волосы и густая седая борода, на которой видна широкая улыбка. Вот что я вам скажу, рейнджеры. Мы пришли как раз вовремя. Еще секунды, и эти металлические гнойники сдули бы мой дом, как волк из трех поросят. Я всегда был благодарен вам за это. Если хотите, я могу угостить вас пивом, оно в холодильнике. Короче говоря, похоже, у них просто эти роботы ржавели на кладбище самолетов, и их кто-то вдруг активировал. Где находится кладбище самолета? К северу отсюда недалеко. Наверное, когда-то это был военный аэродром. А теперь это рай для мусорщика. Там целые акры неизведанных земель, заваленных ржавеющей техникой. Говорят, где-то там даже пусковая шахта есть. До Монта приходит множество торговцев с металлоломом, двигателями и прочим хламом. Но из-за роботов они сюда больше не сунутся. Даже здесь слышали от пустынных рейнджеров. Довольно далеко от нашей базы. Тогда в вашем рейнджерском центре, или как он там называется, наверняка очень мощная радиовышка. Если погода хорошая, мы отчетливо услышим вашего диспетчера. Там есть пусковая шахта, бла-бла-бла. Она вроде заминирована. Ну да-да-да. Мы уже все разминировали. Нам нужно воспользоваться своей радиовышкой. Мы хотим подключить к ней антенную решетку эдака по принципу Ватсона-Вата. Чего? Что за Гадсон? Говна? А! Вам нужно отследить сигнал, так бы сказали. Если это не помешает мне транслировать музыку, то ни в чем себе не отказывайте. Погодите, послушайте меня. У нашего города проблемы, это работа как раз для вас. Почему бы вам, о мои вооруженные до зубов друзья, не сделать домой тебе небольшое одолжение, прежде чем я вас выпущу? Роботы все это время оставались в тени. Мы будем лучше подготовлены к встрече с ними, если закончим наши дела здесь. И получим новые разведданные штаб. Это звучит так возвышенно, что мы просто непобедимая группа. Вот, возьмите ключ. Так что насчет нашей проблемы? Что за одолжение? Как вы уже могли заметить, у нас неприятности с роботами. Уверен, вы их немало перебили, пока шли сюда. Но с кладбища самолетов приходят все новые и новые. Боюсь, даже если вы перебьете всех роботов в городе, как только уйдете, на их место придут другие. Так что я и другие высшие жители Дамонта были бы вам крайне признательны, если бы вы выяснили, кто отправляет этих роботов убивать нас. А когда выясните, мы были бы на седьмом небе отчасти, если вы отправили их в процент. Что скажете? Конечно, рада помочь. Отлично, слушайте, это место просто рай для мусорщиков. Вы наверняка найдете немало техники, которая оправдает затраченные усилия. Я слышал, что там даже есть старая пусковая шахта, бла-бла-бла-бла-бла. Вход на кладбище находится рядом с закусочной Эль Сайгон. Дэйв Барнс сказал, что из старого ангара неподалеку доносится громкий шум. Окей.
нас дома нет такого радио. Ну да. Так. Опять замок. Какого хрена? То есть мы не можем туда, блин, зайти. А, ну, в принципе, ключ он задал. Подождите, он же дал нам ключ вроде, или я куплю? Надо ключ поюзать, на что ли? Ключ дома. Так, ключ от пушки домой, окей. Так, не переключиться ли нам сейчас на английский язык вообще? Просто если мы активируем вышку, то там, блин, такие скрипты попрут, что ёлы-палы. Давайте так и сделаем. Ну, за все вот эти манипуляции, которые я вынужден совершать, большое спасибо компании Бука. Они прекрасные. Они чудесные и потрясающие. Так. Так, принимаем команду эхо. Так, теперь сигнал идет громкий, чистый. Так, подождите, пока исследователь Меркаптан осуществляет калибровку. Сейчас у нас могут быть новые приказы для вас, подождите. Один момент, генерал. О, Вудсон. Если вы дадите мне эти сигналы... Короче говоря, давайте мне сигналы с вышки 1 и 2. Шум. Камни, надежда... и превосходная технология. Разделите нашу точку зрения на идеальный союз между человеком и машиной. Щелчки. Милосердие в пулях наших пушек, сестры. Если что-то, вот это я не понял. Хорошо. Ось юг-север сейчас определена. Сейчас надо определить ось восток-запад. Башни 3 и 4. Пожалуйста, Луцин. Лучшее человечество сделать... Короче, сделать человечество лучше с помощью науки. Бла-бла-бла. Смерть каждого грешника, который слишком слеп, чтобы вернуться к свету. Отлично, все сигналы зафиксированы. Сейчас осуществляю триангуляцию. Локация находится... 34 градуса 8 минут и 2,77 секунды на север. 118 градусов и 19 минут и 18,10 секунды на запад. А это должно быть... О, господи! Я права? Неужели я права? Это в Калифорнии. Я вообще, честно говоря, не думал, что Калифорния до сих пор существует. Вот черт. Так, рейнджеры, я понимаю, что у вас очень важные занятия, где вы находитесь. Я хочу, чтобы вы вернулись на базу, как только
возможно. Вас отзывают, поняли? Дамонте вообще-то находятся роботы, сэр. Мы бы хотели с ним покончить, если это возможно. Роботы? Почему тут все время роботы в последнее время? Окей, Эко-1. Делайте, что вам надо делать, но как только будете свободны, немедленно возвращайтесь. Не останавливайтесь, чтобы понюхать цветочки. Вы поняли меня? Поняли. Так, окей. Так, атрибуты. Телепс. Так, ну что ж, можем опять переключаться на русский язык. Проматывайте, если это вас сильно бесит. Окей. Вот, вот это вот, милосердие в пулях наших ружей, это, в общем, постоянно они, так сказать, играют на главном экране. Так. Так, давайте разберемся. Так, мы стоим вот так, что ли. Ага. Так, вот так более-менее правильно. Так, ну давайте западную часть тогда города осмотрим в первую очередь. Над вами нависает нос самолета. Вариант. Ох ты, блин, забагованный перевод. Ох, спасибо, Буки. Ох, спасибо, Буки. Спасибо тем замечательным людям, которые это все переводили. Как они, какие они замечательные, слушайте. Просто офигеть, какие замечательные. Ой. Вы знаете, мне вообще иногда сейчас... вспоминаются времена, когда вот, помните, переводили игры промптом. Вот тут то же самое. Так. Так, а у него нету навыков? Есть, но на грубую силу не хватит. Сколько там шанс? Шанс 0. Окей. Ноль, это, конечно, круто. Давайте вот это, что ли, возьмем. 12-21 урон. Ну, вот хотя бы так, скажем так, сделаем на 17. Ну, в принципе, давайте потратим самодельную бомбу, хрен бы с ней. Она нам все равно не очень сильно поможет в разборках с этими уродцами. Хрена себе! Вау! Ха-ха, прикольно. То есть ее даже взрывчатка не берет в эту стену. Да. Ну ладно. Хрен бы с ним. Пойдем дальше. Так,
тут мы никуда пройти не можем. Тут у нас этот стоит местный 3D Ignite. Будем его так называть. Все равно не помню, что... А, Оля Оборотень, окей. Вспомнил. Главное, ну, так, стоять. Так. Так, ну это робота явно, а вот где они? Где они ходят? Так, сиванемся. Там другой слот. Так, и чё? Где роботы? Вопрос главный, какие роботы? Потому что все остальные, кроме вот этих вот, блин... И чё, где они? Так, ну это ещё ладно. А вот если там вот эти вот, блин, 500 хп... Так, убегаем. Так, скапустился. Отлично. Перебазируем его сюда. Он наконец-то научился бегать с пулеметом. Хотя бы чуть-чуть. Куда побег-то? Где противник? А, во. Ах ты, ёб... Не, далеко. Пусть в засаде стоит. Хе-хе! Хорошая засада. Да, в общем, с этими товарищами самая большая проблема, это не френдлик на самом деле. Да куда ты? А, уродец. Так, 70 кп. Фу. Что ж, подлечим сейчас. Фу. Я испугался. Кого там? Подняли там. О, атрибуты дали. Координацию улучшаем. Стреле. Так. Нет, обождем немножко. С очками. 10 очков, круто. Так, соответственно. Интеллект уже. Можно. Так сказать. Можно вот это сделать, окей. Энергетическое оружие 10, это было бы неплохо. Ну, нормуль. Так. Не будем с роботов, смысла нет. Скорее всего, книги. Давайте возьмем. Так. Вот.
Так. Так, смотрим. М24. Вау! Да еще и патроны, именно те, которые нам надо. Стоп, подождите. А в чем прикол? Прикол в пробивании брони. Вот в чем дело. Да еще и шансы заклинить у нее весьма существенный. Хотя в остальном она, в принципе, лучше. Окей. Будем носить обе. Пам-па-пам-па-пам. А зачем мы здесь, в общем, занимались? Все это ерунда. Скота я тут не вижу. Тут уже квестов, блин, в домонте понабрали дофигища, на самом деле. Амиго! Так будет. Так, ладно. Здесь мин здесь хотя бы нет. Так, тут мы не были, да? Стоп, а это что такое? А мы здесь были или нет? Имитует. Так, ну, что я могу сказать? Что? Да, надо его было подлечить, а я забыл это сделать. Подождите, я, блин, опять потерялся. Так, вот здесь должен быть. А, вот здесь. Чем бы, чтобы там не было написано на вывеске, это место больше похоже на стрип-клуб, чем на ночной клуб. Сбоку от входа висят грубые рисунки, на которых изображены сексуально полураздетые девушки в форме стюардесс. А в одном из окон мигает неоновая вывеска стриптиз. Хорошо. Так. Какого хрена? Почему недопустимая цель-то? О боже! Неужели его нельзя хилить? Это глупо. Фу. Идиотизм. Ну, в общем, короче, хрень какая-то. Не можем мы его похилить. Имитую.
Так, и он отошел. Окей. Потерян лом один. Так. Подождите. Черт! Он нас увидел. Как он промазал? Я не знаю. Окей. Так, окей. Робот что? Когти когтистого молотильщика. Так. Я подозреваю, что нужен персонаж с высокой удачей. У кого у нас удача повыше? Удача 3, удача 6. Стрела нужна. Так. Тут типа игровой автомат, ну ничего, потратим какое-то количество лома. Короче говоря, не работает собака. Подождите. А может его надо починить? Нет. Фигуан.ру. Окей. У кого нет патронов? У тебя нет патронов? А, ну да, у меня патронов было совсем плохо. Окей. Мадам Блаватский. А где я ее вижу? Так. А, где-то оттуда. Ну ладно, мы сейчас ее полечим. Полечим. Так. Это Дейл, тот парень, который хотел, чтобы вы принесли ему знак Титана. Чтобы он мог добраться до Дамонта. Похоже, его путешествие закончилось плачевно. Бандана, который он привязал на лоб, выпачкана в крови, а посередине зияет дыра от пуля. Понятно. Но это труп. А где это Булацкий-то? Я ничего не понял. Он работал. Так я ничего не понял. Типа это аттракцион так называется? С модель цыганки. То есть это цыганка мадам Булацкий. На кутках этих отморозков множество заплат и нашивок. У каждого из них на груди нашивка с надписью «Злодей». А на спине у каждого из подонков вышло его имя. Мирослав, Глушитель, Тагазиэль, Сандер, Пер, Карин. Окей. А, куртка вся в дырах от лазерных лучей. На спине вышло Рошамбо, а на груди есть нашивка с надписью «Злодей». Окей. Того парня звали Один, он тоже был одним из злодеев. Тело раздавил кто-то, обладающий той невероятной силой, что рядом с ним расцветился пол. Этот злодей по имени Брио Суорт пытался выбраться отсюда, но его убил. Вы знаете, я подозреваю, что... О! Они уже здесь? А откуда они здесь?
Окей. Порядок. Дробящее оружие. Место было покинуто не так уж и давно. На барной стойке стоит недопитый напиток. Блестящий шест. Так, стоп, подождите. Это баг или нет? Так, я зайти сюда не могу, да? Что здесь делают эти люди? По-моему, это баг, ребят. Слушайте, ну это пипец. Я не знаю, это бред какой-то такой. Полгода в открытом бета-тесте, и они не смогли пофиксить баги? Еще такие серьезные? Ну, ребята, это круто. Так, а что тут вообще можно сделать? Я еще не понял. Так, еще раз. Его починить. Металлическая, механическая начинка, стеклянная будет предоставлена пустой. Не понял я, в общем. Что не понял, того не понял. Пообщаться с этим нельзя. В общем, за кулисы. А за кулисы тоже пойти нельзя. Ну я не знаю тогда, что делать в этом помещении. Не, нельзя. Типа, в DLC вам все объяснят или что это? Короче, пошли вы нафиг. С вашими благами. Пойдем дальше. Потом окажется, что это была критически важная локация. Нельзя было трогать. После этого всю игра забаговала и все, больше я не могу. Не могу в нее играть. Вот, блин, видеть бы мне состав роботов, а? Просто понимаете, если эти ребята перекочевали вот сюда, то я же не смогу квест сдать, вот в чем проблема. Я не могу с ними поговорить. Твою налево! Опять эта гадость. Так. Сколько у нас базук? Одна и есть. Ну, я не знаю. Мне кажется, мы ничего не сможем сделать. Да. Где он стоит? А, молодец. Еще промахивайся, давай. Чё он тупит-то? Молодец. Ну блин, ну вы надоели уже. Ну так нельзя.
Не, я понимаю, почему патч вышел. Так, 70 очков, это уже терпимо. Так. Так, все живы или нет? Нет, не все. О, этот козлина подох. Не, ну в принципе можно убивать эту штуку, когда она одна. Как вы помните, первый раз, когда я на них наткнулся, их было три сразу. В одном месте, то есть там только базуки. И больше никаких вариантов. Бей, вот этого бей. Вот этого. Давай. Мочи его. Мочи. Да. Вот. Молодец какой, а. Все правильно делаешь. Ну как он успевает? У него это вообще что ли ничего не требуется. Окей. Так. Ой. Ну. Окей. Сколько там? 75? Ну давай. Да что ты сдох? Я не знаю, что с ним делать. Блин, что он все время вздыхает? Главное, ему нельзя приказать это, типа, жди здесь. О боже. Есть, в принципе, еще, знаете, какой вариант? Есть вариант дать ему гранату. Или базуку. Неплохой вариант, кстати. Или нашему главному персонажу. Не знаю. Нашему главному может дать гранату, на самом деле, а этому базуку окей. Правильное решение. Давай-ка. Вот так. Так. Только главное убить эту тварь быстро, чтобы она взрывом никого не убила. Вот она. Так, получила, окей. Главное, чтобы она не применяла еще вот этих массовых атак по площади. Так, минус один. Так.
300 хп осталось. А вот это нельзя было допускать. Я думал, что она его убьет. Да, 41 хп. Ой! Вот это дрянь, она... Ну все, он сдох. Почему его лечить-то нельзя? Вот это вот я не понимаю. Может, его в бою можно лечить? Попробовать. Испугался, что у меня буганула загрузка. Так. Ну, сейчас будем действовать точно так же. Так, все-таки больше шанс убить эту гадость. Будем надеяться, что шинковок немного в городе. В противном случае просто придется идти за новыми гранатами. Куда-нибудь. Подождите. Так. Па-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам. Так. Так. Так, давай. Подходи, тварь. Подходи, мразь. Давай. Пошло. Да, урон она, конечно, наносит офигенный. Да, и стрелять надо только по ней, потому что от нее вреда больше, чем от всех роботов вместе взятых. Так, а в голову, так называемый, выстрел, нет, 48% это слишком маленькая вероятность. Окей. Так, присядь-ка. Так, 66 урона это мало. Так, а вот это... Так. Ему дадим. Ай, кто это у нас? Затупил, и прошу прощения. Так. Можно, кстати, двух накрыть. Норм. Так. Своих бы не попасть. Так, я попал в своих. Но тем не менее. Мы пока выжили. Так. Так, по звуку надо ему передавать. Понимаю, да? Кого она была там? Ой-ой-ой. Вот. Да я не знаю, что с ним делать. О, он постоянно подыхает. Надо пробовать, может, его лечить во время боя. Я не знаю, может быть, просто не париться. В общем, еще одна попытка, и я, в общем, бросаю это занятие, потому что я думаю, смотреть это, мягко говоря, неинтересно. Так. Так.
Давай бей его. Ута, его бей. Гавельно. Это абсолютно правильно. Вот да. Просто я уже так боюсь френдлика, что я... С этим очень непрочным чуваком. Семь урона. Так, вот ему надо гранаты кидать. Граната. Так, я надеюсь, что сейчас... Хорошо, что тут не тратится на это дело очки хода. Так, можно как-то вот их хромать? О. Фу! Фу, все живо. Фу. Окей. Так, 3 очка. 5, 1, 0, 2, 5. Окей. В конце улицы стоит растрескавшееся двухэтажное здание из шелкоблоков с выцветшей надписью «Водопроводной компании «Безмолвный источник». Одна из дверей открыта настежь. Это место кажется заброшенным, но ко входу тянется кровавый след. Скота, кстати, вообще никаких признаков. Может, он все-таки в одном месте весь находится? Хотя это было бы странно. Блин, сейчас... В просторном помещении у стен стоят цистерны с водой, а через решетки в полу видна система очистки воды. Вы не видите ни людей, ни роботов, на полу с пачками крови слышно, как где-то в дальней комнате вращаются шестеренки. Ой, блин. Вакуумная трубка. Нафига это все надо? Я потом еще придется бегать под полом, когда я в полной мере буду наслаждаться камерой, которая есть в этой игре. Так, ну роботов я уже вижу, к сожалению. Поэтому моя слабая надежда на то, что здесь их нет, не оправдалась. Причем я, блин, мои-то они как-то приживут, а вот союзники тупые. Подождите. Вау! А сейчас он вылечился. Окей, подождите, а может быть тогда еще и этого можно? В чем дело? Я ничего не понял. Это Бойчевский. Так, ладно.
Окей. Чего их так перекорёжил, а? Кирпич стоял в другом месте. Так, сколько их там вообще всего? Знать бы. Заклинило? Окей. Так, это товарищ Дор. Так, ждем в засаде. Куда ты пошел? Дебил! Окей, нас обходят сзади. Ну ничего. Переживем. Май гад! Ну вы издеваетесь, ребята! Ну нельзя так делать! Ну ё... Там их двое, и один из них очень неприятный. Так, ну хотя бы одного снесли. Уже хорошо. Уже хорошо, блин. Так. Ну, в этого я все равно не смогу стрельнуть. Я понимаю, да? Я разблокировал. Ну, офигеть теперь. А, он еще и промазал. А, сдох? Окей. Уродец. Так, это... А! Окей. Так. Так, приведем его сюда. Так, пусть он движется к нашему вот этому товарищу. Я очень надеюсь, что к нему пойдет. А, какой козлин, а? Так. Все. Фу. Блин, главное, лута с них никакого нормального, ну это глупости. И стоит это все довольно-таки... Охренеть! Привет! То есть они будут теперь ходить за нами? Слушайте, или это баг, или это очень странная фича, что они за нами ходят. Но, по-моему, это баг. Вот честно вам скажу. Распродадимся. Так, вот квесты были. Ой. Интересно, они до самого конца игры будут с нами так ходить? Если бугануло. Так, сейвимся.
И исследование всего этого дела, тут какой-то портрет еще есть. Мы продолжим уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, дальше будет еще интереснее. С вами был Андрей, всем пока.